живой. Счастливчик. Хотя, кто знает, что для тебя лучше. Пойдем посмотрим, что Сидорович за тебя отвалит. Что притащил? Тело. С грузовика смерти. У него метка. Правила знаешь? Выбрось его. Так ведь он живой. Ты врешь. Не может быть. Пусть меня зона сожрет, если вру. Давай его сюда. Так, за эту фигню я дам тебе... Короче, Меченый, я тебя спас и в благородство играть не буду. Выполнишь для меня пару заданий, и мы в расчете. Заодно посмотрим, как быстро у тебя башка после амнезии прояснится. А по твоей теме постараюсь разузнать. Хрен его знает, на кой ляд тебе этот стрелок сдался. Но я в чужие дела не лезу. Хочешь убить? Выбирай, как мы с тобой поступим. Есть дело. Неплохо. Вот так бы всегда. Ну... Удачной охоты, сталкер. Сорвал. А так, похоже, маловатый запас выходит. Мужики, я к вам посылаю человека. Действуйте по обстоятельствам. Если сочтете нужным, атакуйте. Прием. Хорошо, Волк, присылай. Только пусть не мельтешит здесь. Конец связи. Короче, потерялся бандюк в зоне. Ну, изголодался, там оборвался. Придет уже, когда глаза глядят. Говорю, помогите кто-нибудь, ну помогите в натуре. А тут из-за дерева выходит пара сталкеров. Ну чё ты разорался? А он к ним. Пацаны, ой, пацаны, выручайте, пожалуйста, пацаны. А они ему автоматным стволом в грудь уперлись. Стоят, смотрят, удивляются. Пацаны, ты, блядь, как тут так сразу пацаны не выручайте, пожалуйста. А как на свалке? Оружие убрал. В голове не укладывается. А вот чё я однажды слышал. Ты ствол-то убери. Знает, что здесь происходит. Жичка стала. Ну давай, парень. С какой целью вы туда лезли? Имея при себе незарегистрированное охотничье ружьё и патроны. А тот похмельный. Голова как бочка, короче. Задолбала всех. Отвечаю. Я б за 5 километров вас, уроды, обошел бы. Хорош уже. Все-таки обалденное место. Нигде больше. Что оружие убрал.
Оружие убрал? Помогите! Люди, помогите! Мужик! Спасибо, Меченый. Я вижу, ты нормальный мужик. Командир, аппаратура какой-то внушается. Шумнем? Отставить. Нехрен на мелочь безопасно тратить. Ну, пусть живет. Дружище, не шелести особо. Дай поясню ситуацию. Мужики, тут волк прислал нам подмогу. И приказ атаковать. Так что вперед, герой твой. Вперед! В атаку! Валим уродов! С дороги! Прикрой меня! Получи, получи! Ты труп, мужик! Херачик, пацаны! Все, ты труп! Быстро! Обходи, обходи эту шелупонь! Получи! Твою мать! Держите! Твою! Ай, ёб нас!